Между тем, в Якутии официально началась навигация. Пока суда ходят на участке от Усть-Кута до Алёкмы по реке Лена. В течение 2 дней по направлению Якутск-Нижний Бестях должны заработать паромные переправы и пассажирские перевозки катерами «Марлин». Тестовый рейс парома запланирован на завтра. Между тем, есть проблемы с прохождением ледохода на правом берегу Лены в районе Нижнего Бестяха. Там наблюдается редкий ледоход. Что касается тарифов, их установил Государственный комитет по ценовой политике. Цена проезда останется на уровне прошлого года. Паромная переправа судоходной компании готова к навигации. 4 парома на сегодняшний день стоят на топсе в ожидании прохода ледохода. На сегодня еще небольшая кромка движется вдоль правого берега. В районе Нижнего Бестяха подходы к причалам пока затруднены. Как только река освободится от льда, значит, паромная переправа заработает сразу же в полный рост и по расписанию.